Сегодня один человек в комментариях к моему видео на YouTube «Как заставить смотреть себя в небо при помощи арматуры тактической» написал комментарий: «А зачем смотреть на небо? Я не в курсе. Просветите, плиз». Я думаю, что, во-первых, такой комментарий мог написать человек, у которого работа связана с проведением времени, большого количества времени на свежем воздухе. Он никогда не сталкивался с проблемами, которые есть у людей, которые работают в грязных, душных, непроветриваемых, темных, зашторенных, кондиционированных помещениях. Ну вот, например, я стоматологом работаю. И у меня условия вот в плане неба, конечно же, не сахар. Напишите в комментариях к этому видео, почему нужно смотреть в небо. Я эти комментарии ваши скопирую и отправлю этому человеку. Лайк, репост, подписка, комментарий, если вам понравилось это видео. Ну а я полюбуюсь небом. Хорошо поработал, посмотрел под открытые рты, под компьютер, заполняя карточки. И теперь у меня есть возможность посмотреть в небо и порадоваться, например, вот прекрасным подсолнухом, которые цветут сейчас в Басковом переулке. Ну и плюс, конечно же, эта вещь, как я и говорил, меня стимулирует смотреть небо. Вот, кстати, посмотрите, посмотрел я в небо и обнаружил, что вон там на небе цветут подсолнухи. Thank you.